Привет, господа пчеловоды! Сегодня у нас 11 апреля, и, как обещал прогноз, довольно-таки тепло, хоть и ветер, но все равно тепло, 5 градусов, снег уже вот тает. Я обещал пчеловоду экспериментальное пчеловодство, показать, как подставлять пленку. Во-первых, она хорошо работает в зиму, и во-вторых, она очень хорошо работает вот весной, когда, если у вас хорошие семьи, которые по причине своего здоровья набирают очень быстро обороты, и вы уже понимаете, что им надо подставлять второй этаж, вы это можете делать смело. Благодаря этой пленке, она ведь лежит вот здесь, 5 сантиметров, не доходя до края. Она лежит вот здесь. И поэтому сильные семьи, из-за того, что все-таки вот в этом месте крутится тепло, семьи очень быстро съедают здесь мед. Но при этом сильные пчелы, они поднимаются наверх, забирают мед. Но это не в морозы, это вот когда есть потепление, когда зимой есть нулевые градусы. И вот эти первые облеты, это все действует на пчелу с хорошей стороны. И благодаря этому меду вам не надо волноваться. Это в том случае, если нет болезней. Если семья не проседает, или вы когда кормите, например, вы кормите всякими медовыми сытами или подкормки, и при этом пчелы очень хорошо могут перезимовать. Но проблема в том, что они очень быстро набирают силу. Это очень хорошо тоже, потому что на пасеке обязательно есть семьи, которые проседают. И благодаря вот этим сильным семьям, вы берете от них пчел, вы всегда можете взять 2-3 рамки лишних пчел и поставить слабым. Это очень хорошая наука, ею мало кто пользуется, но если вы начнете ей пользоваться, то ваши слабые семьи очень быстро становятся сильными семьями. Конечно, если матка не больная. Поэтому все пчеловоды, которым интересно странное пчеловодство, вы можете присоединиться на канал «Экспериментальное пчеловодство». И с этим пчеловодом, он начинающий, начал сразу со 100 ульев. И ему интересна моя наука. Поэтому для этого он выделил 3 улья, 3 роя. И хочет попробовать именно мою вентиляцию. И я вам всем говорю, вентиляция работает на 99%. Вы не дождетесь роев в том случае, если вы будете выполнять все те советы, которые я вам реально советую. И в первую очередь не забывайте, что против роев действует очень хорошо, действуют рамки без ващинки. С ващинками немножко другая наука. Главное не ошибиться, потому что рамки с ващинкой, если неправильно их ставить, вы наоборот, даже при малом количестве пчел, вы спровоцируете рой. Так что я вам обещал показать, как подставлять пленку. Я, конечно, могу сейчас этого не делать, потому что уже будет теплые погоды, и это не обязательно делать. Но я обещал человеку, к тому же вы посмотрите состояние семей. Это тоже мне самому интересно, что здесь через месяц случилось. Меня не было месяц, поэтому что здесь было, я не знаю. Что
пчелы есть или нету. На втором этаже, пожалуйста, пчелы уже на втором этаже. Я могу напомнить, что месяц назад, когда я показывал состояние матки, то из этой семьи я сразу выдернул три рамки с пчелой, полные три рамки с пчелой. И вот на этом месте был маленький отводок, который матка начала сеять в сентябре, в конце сентября, в октябре. И я просто подсилил, отсюда взял три рамки с пчелой, их подсилил и убрал. Сюда, вниз, я засунул четыре рамки с медом, потому что семья уже была в хорошем, полном состоянии. И я знаю, что если я этого не сделал, вот это все не помогло бы. И, вернее, вот это все и помогло. Если бы этого не было, там бы происходило, меньше было засева, расплода, матка была бы зажата, пчел было бы тьма тьмущая. При первых же потеплениях у вас произойдет рой. У меня это не происходит, потому что я до этого не дохожу. Поэтому смотрим дальше, что здесь делать. Вон они уже здесь, бушуют. Кстати, я эту пленку и могу сразу опустить, по идее. Мне, ну по-любому я должен поднять, я должен убрать этот, поднять и пленку опустить. Поэтому я вот сейчас вот так вот положу, вам видно? Вот теперь смотрите. Видите, пленка, она закрыта, но там вот есть проходы. Но в лето это не страшно, ничего плохого в этом не будет, в этих проходах. Но утеплять я буду очень хорошо сейчас, так же, как в зиму. Никаких сегодня им поблажек нету. Наши погоды — это суровый климат, и 15 до 15 мая может идти снег и морозы. Поэтому от того, что сегодня солнце, это только радость для нас, для людей. Для пчел это проверка на испытание. Итак, для вас, пчеловодов, я вот показал, что вот эта пленка, вот на полторы рамки открыта. Что происходит? Во время морозов, если уж они начнутся, то вот эта пчела, она все равно спустится к матери, к расплоду. Как только начинает потепление и начинается взяток, с бешеной силой они начинают заполнять вот это пространство. Я это увижу сразу, когда буду приезжать, например, через еще раз через месяц. Но чтобы через месяц, вот кстати, чтобы вам было предельно понятно, вот смотрите, сегодня, так как я уже поставил пленку, я сегодня могу продолжить свое наполнение пчелы. Она уже здесь довольно-таки не слабая. Но вот эту вентиляцию, вот эту кровь из носа вы должны всегда. Вы пленку уберете, и начнет работать вентиляция. Вентиляция против роев. Вот она. Видите? Сантиметр между вот это отдушина. И постоянно отсюда снизу вся сырость будет уходить поверху и выкидываться вот в эти дырочки. Наука это настолько простая, что если вы это сделаете, вам это понравится не по-детски. Так, теперь, вот я сейчас не буду у вас время отнимать, потому что я должен пойти рамки взять, все. Вот видите, медовая, вот сюда она уходит. Вот медовая вот сюда уходит. Здесь сейчас станет пустая. Потом вот эта медовая. И встанет она вот так. Потом она вот так. Вот они. Вот смотрите, пустая рамка будет, пустая рамка будет, пустая рамка. И здесь закончится еще пустая. И какая кухня будет? А кухня будет простая. Теперь я сюда могу не приезжать месяц вперед.
Но месяц вперед это будет много. Через 2 недели этот этаж будет битком. Я вам покажу, если YouTube не отключит. Кстати, те, кто хочет, мне сказали, что если вы, россияне, поменяете место, будете писать не Россия, а, например, Греция, то для вас YouTube будет открыт. Для россиян он будет закрыт, а для тех, кто будет писать там Америка, Греция, Болгария, для вас YouTube будет открыт. И поэтому вы можете опять-таки смотреть мои все фейерверки. И в чем фишка вот этого колдовства? Фишка этого колдовства: через 2 недели я сюда приду, и большая вероятность того, что уже матка будет работать здесь. Здесь начнутся тянуться маточники, потому что лежит пленка. Как только я пленку выдергиваю, начинает работать система вентиляции. Моя система вентиляции, которая совершенно начинается другая наука. Другая химия, другая физика. Этого я вам не показывал. За 3 сезона я вам этого не показывал. Я думал, что в этом году я буду все подробно еще. Я вам обещал много интересного. И я-то буду этого делать много интересного. Но для тех, кто не успеет переключиться, вот помните, что, во-первых, все ролики, которые 3 сезона назад, ровно с 1 апреля вся кухня начинается, это кухня против раев. Я это не озвучивал громко, но все, что я делал и показывал, это работает против раев. Никогда в жизни я не видел раев, я их не знаю. Я научился с Ютуба, увидел, как у вас раи насилуют общественное пчеловодство. Поэтому мне интересно было вам все это рассказывать и показывать. Так что здесь мне надо сейчас убраться. А то бедные пчелы. Бедные пчелы. Так что напоминаю, пчеловодство, экспериментальное пчеловодство, вы можете вместе с ним пробовать все варианты. Все странные варианты вам помогут избавиться от раев и от воротоза. Вот, пожалуйста, вам семьи, которые не обрабатывались по жизни ничем, они все фавориты, они в жизни не видели никаких лекарств. Вот они живут. Но те, которая семья умерла, хоть я ее и обрабатывал щавелькой, но это ее не спасло, погибло. Так что на этом пока-пока. Я не прощаюсь. Сегодня будут еще интересные вам, буду показывать интересные моменты. Так что пока-пока, всем привет.